Всем всего доброго, всем привет, добро пожаловать на канал Стас Кобальт, с вами Стас Кобальт. Взял МТ-25, захожу в бой, рандомный бой, да, захожу один, год не играл в World of Tanks. Вот записываю просто какие-то свои бои, сейчас выкладываю. Год не играл, то есть руки не кривые, руки от этого... хуже не становятся, руки еще помнят, вот, ну, в хорошем смысле. Вот, зашел на МТ-25, мой любимый танчик, ну, решил просто как, не то что проверить, ну, как бы его сейчас прокатить, ну, не качаю я его, а экипаж там просто нулевой, сейчас с него пересадил, качаю сейчас другой танк, Т-54, видели, на котором я играл. Вот, с этого экипаж у меня пересажен, но тем не менее играю вот неплохо на нем, видите, две звездочки там на нем. То есть, ну, не родной экипаж, вот, я его покрасил, это мой любимый танк, вот он покрашенный. Вот, ну, один из любимых танчиков. Вот раньше у него такая была скорость довольно-таки высокая, то есть на скорости он мочил, потом... ну, улетный такой танк был, вообще самый быстрый, как бы, вообще из танков. Мне так кажется, даже елка медленнее, по-моему, ездила. Точно не могу сказать, елка быстрее или вот этот МТ. По-моему, МТ все-таки. Но сейчас он подрезанный, вот, поэтому сейчас у него 62 всего лишь навсего, поэтому... ну, ездит он, конечно, не очень такой шустрый стал, но он маленький зато. И еще вот обидно, конечно, было, что у него перезарядку снизили. Раньше у него 2 секунды, я точно помню, с чем-то там, с какими-то копейками, 0,6 или 10, что-то такое. Сейчас 3 секунды. Вот, поэтому не очень он, конечно, такой вот стал, как имба. Раньше он на 8 уровне был, с восьмерками, то есть как бы заходишь с ним комфортно, с этим танком можно было. Ну и по серебру как бы хорошо выходило, мог даже премиумный танк он заменить, как бы в минус он, ну, как бы не так сильно уходит, потому что снаряды очень такие дешевые. Ну, видите, у меня на всех любимых танках, на всех любимых, да, как бы стоит голда, голдовые снаряды, ну, основные стоят ББХи, да, ББХи, ну, ББХами в основном пользуюсь, голдой там редко когда. А вот следующий будет бой после этого, то есть как бы показываю сейчас этот бой. Ну, здесь бой будет такой, знаете, ну, тоже так бы, как бы интересный, но следующий бой будет гораздо интереснее. Вот, гораздо будет мощнее, просто я там буду всех рвать, всех там буду зубами, там, я не знаю, все будут там стонать просто от меня. Вот, год не заходил, зашел, и вот такие бои показывают такой результат. Ну, из-за того, что, может быть, патент этот, не знаю, может быть, уменьшили этот угнетение там или еще что-то, вот, как говорится, может быть, какие-то послабления сделаны. Ну, может быть, связано это, просто какие-то предположения сейчас буду высказывать, может, связано из-за того, чтобы вот сейчас заходил на какие-то сервера, там вообще онлайн какой-то, ну, слабенький, как бы, 50 тысяч, 100 тысяч, это в лучшем случае, там раньше 200, помню, там на серверах сидело тысяч играло, я не знаю, человек, ботов, точно не могу сказать. Вот. Сейчас видите, играю без читов, без, смотрите, как я, ну, без читов, без, как говорится, без этого, ну вот не пробиваю, не про это самое, сейчас пробиваю, как говорится, без этих модов, без всяких там накруток, без прем-аккаунта, без ну там без всяких надбавок, там пайков, знаете, без там огнетушителей тому и так далее, то есть обычные огнетушители, обычные ББХи, обычный базовый аккаунт. Не донатил я давно в эту игру, как бы, может быть, буду, я не знаю, но пока как бы сильно не тянет, потому что играю сейчас быстро по 2-3 боя на каждом танке, выхожу,
ну, как бы времени сейчас нет, там учусь, там еще что-то, там, короче говоря, то работа, то еще что-то. Ну, в общем, короче говоря, не так много уделяю времени, еще и пап тут, короче, надо про него не забывать. Вот, тем более там какие-то, ну, говорят, за деньги можно что-то там эти кейсы продавать. Вот сейчас смотрю там что-то там. Вот, поэтому жалко, что в этом нельзя там вводить ничего это делать. Ну, там можно, да, там говорят, аккаунт, еще что-то там торговать, но опять же, я говорю, там, ну, нету такого там вот, такого, что ты раз там и продал там что-то, ну, вот жалко вот. Вот нету этой системы. Опять же, я говорю, в том видео я говорил вот про 30 секунд этого респа. Здесь вот хотел бы сказать про, что была бы какая-то система, система вот этой монетизации, система вот этого, какого-нибудь там заработка, вот реальных денег, и тогда бы, я думаю, игроки бы там, ну, пускай там даже по 2, по 3 рубля, но, да, смешно, казалось бы, но представляете, какой бы был бы тогда онлайн там. Просто не надо ничего делать, не надо ничего придумывать, просто сделать какую-то систему там этих продаж этих красок, чтобы, допустим, люди купили, да, красок, ну вот, не понравилось им, хотя хотят перекрасить танк, старые некуда девать краски, они раз их продали, или, допустим, надписи какие-то, видите, на танках, они раз, допустим, по заниженной цене, но, допустим, продали и, допустим, уже приятно, уже что-то, да, там тот же этот танк премиумный, там за реальные деньги, пускай за меньшие ты продаешь, но, допустим, опять же, деньги ты если получил, уже приятно, уже ты как бы уже от этой игры что-то получаешь, уже как бы и онлайн он будет выше, и это все будет, конечно, держаться. Вот. Поэтому, ну, такая, вот такое вот мое, как бы, небольшое, даже как бы. Такое предложение там, как это сделать, как это все разработчики должны как бы думать, все это должны это. Вот, пока я говорю, что токсичность уменьшилась, какой-то уменьшился какое-то угнетение, вот поэтому вот сижу, видите, играю в принципе без проблем. Без читов, без, опять же говорю, без этих. В свое время играл там с читами. Ну, с читами чуть-чуть я играл там, поэтому сейчас играю без читов, без модов просто, да. Вот. Видите, где-то промахиваюсь, потому что это самое, ну, как говорится, с читами бы я, может, и не промахнулся. Вот видите, такой бой, в принципе, ничего не сделал, но зато. Главное, что играется комфортно и так вот не токсично. Вот показываю какие-то результаты свои. Ну, ничего тут выдающегося нет, как говорится. Но вот зато следующий бой, вот по опыту, зато третий там, да. Вот раньше он был вообще, я говорю, если бы его не по это самое, и постоянно в топе, даже с восьмерками я там, помню, был в топе. Тоже не постоянно, ну, в основном. Вот сейчас пересел на, сразу зашел на другой, в другой, ну, на другой танк. Сейчас вот пересяду. СТРВ, это мой единственный премиумный танк, который я реально покупал за деньги. Ну, он недорого стоил, поэтому купил, и мне нравилось эти барабанные, как бы, барабанных у меня нету, вот один он, танк. Еще мне хомяк нравится, вот не знаю, сейчас я его пока еще не выкачал, там играл на старом своем аккаунте, он мне вот, он очень нравился, этот хомяк, и вот этот танк, что-то хэвик мне не очень зашел, не знаю, может быть раньше он лучше был, но что-то хэвик не очень, тоже барабаны 10 уровня, поэтому взял вот этот вот СТРВ, ну, у него, конечно, немного кривоватое, по точности он летит снаряд кривовато, а, вот, но зато он, ну, как бы это самое, такой танк, он достаточно такой, ну, средний маневренный и такой вот он, короче говоря, ну, неплохой как премиумный танк, и я на нем, по-моему, максимум даже 8 человек убивал или 9, я уже не помню. Ну, 8, по-моему, это точно. Вот. В этой битве сейчас я просто тут как бы всех зарешаю. Сейчас посмотрите. Причем
год я, говорю, не заходил и сижу без прем-аккаунтов, без всего, без просто голый, как говорится. Ну, в конце перейду на голду, единственное, что, да, на голдовые эти снаряды, опять же, за серебро их, они у меня купленные, поэтому, как бы, не жалко. А в основном на ББХах буду сидеть. То есть для чего еще показываю бой, как бы, чтобы вы не говорили, что вот ты специально нарезал нам какие-то бои и вот показываешь их какие-то свои крутые там бои. Вот я сидел сейчас вот МТ бой и вот видите такой неплохой в принципе и вот сейчас этот бой будет какой-то суперский там бой. Но это вот мои любимые танки, поэтому такие вот все бои получаются. Если бы какие-то проходные танки были, то я, ну, как бы там на них и быстрее иногда, получается, сливаюсь. Потому что танки, как бы, такие проходные. Не знаю, может, для кого-то они будут и скажут, это самые наши любимые танки. Но для меня они, короче говоря, не очень. Вот. И, ну, на своих любимых буду показывать что-то там, что-то делать. Потому что на них всегда вот как бы приятно играть, даже их там нерфят, там их апают и еще что-то, ну, короче говоря, изгаляются там. Вот, ну, все равно они как бы тащат, все равно как бы они, вот эти танки, они все равно как бы свое, как бы, как говорится, берут. Вот. Ну, сейчас стою, просто как бы решил тут постоять, потому что восьмерки, видите, восьмерки, я шестерка, что я тут могу сделать, да? Ну, просто, если бы шестерки были бы, может быть, рванул бы куда-нибудь сразу в гущу событий. Но вот сейчас приходится стоять, вот, на этом танке. Тут в зависимости от карты, иногда быстрее, иногда медленнее, куда-то там жмешься, или наоборот... стоишь, да, там, ну, так, тактики, да, как бы уже эти карты изучены, уже понимаешь где-то там, где стоять, а где наоборот тебе надо быстрее, вот. Ну, захват базы, видите, идет как бы не в нашу пользу даже счет. Сейчас, ну, потихонечку, как бы бой выравнивается, Вот скажете, что я тут могу зарешать, да, со своей шестеркой, тут вот пол команды восьмерки, семерки. Ну вот, тем не менее, зарешал тут, зарешал, да. Причем полгода, даже год не играя, там заходил пару раз. А вот сейчас уже начинаю решать. Что-то тут зарешать. Бой я вел в воскресенье. Казалось бы, должны все люди как бы там играть, да. Вот, поэтому. Вот уже два на моем счету, два убитых танка. Вот, так что, ребят, в принципе, да, буду заходить по танкам, делать какие-то там обзоры на эти танки, буду делать на PUBG тоже там, PUBG я тоже не бросаю, тоже в него играю. Вот, то есть. Видите, ребят, то есть, как бы, можно пересесть танков это и обратно, если у вас все нормально, как бы, с руками, да, я думаю, у всех все нормально, просто кто-то чуть лучше умеет, кто-то чуть хуже умеет играть, вот. Поэтому тут проблемы нету, вот, и многие боятся, там, говорят, вот я в танке, я не могу, кроме ничего танков, я ничего не вижу. Нет, если играете хорошо, в принципе, для вас любая игра, там, хоть вам говорю, хоть там какой-нибудь CSGO войдете и сразу там, ну не сразу, я тоже там, допустим, привыкал там 3 месяца в этот PUBG там, вот только сейчас настроил более-менее там какие-то настройки, представляете, 3 месяца я настраивал то мышку, то клавиатуру там, то в этом меню настроек там так все сделано, что... настраиваешь, перенастраиваешь, там, ну, как бы, тоже без читов, без всяких модов, там, без всяких этих, вот, читы там покупные, так что, не покупал, там и так, в принципе, комфортно играется, вот, просто, я говорю, там, надо привыкать тоже, поэтому, вот. Хотел я также делать по кроссауту, но по кроссауту испортился, там,
новая фракция, это как бы не очень она какая-то дисбалансная вела, и не могу я на... Хотел я на высоких уровнях там что-то показывать, по 5 киллов там делать, но фракция у меня там не прокачанная, не знаю, и какая-то, какие игра в летающей тарелке тоже не очень как бы хочется играть. Вот, рассчитывал я на эту игру, но что-то пока, наверное, не буду я там ничего делать. Пока эти танки вроде неплохо так заходят. Вот видите, уже 3 килла. 3 килла. Ну тут вот играю просто аккуратная такая тактика. Обычно я полетел бы, конечно, куда-нибудь вперед. Вот. Ну, сейчас вот играю аккуратно. Да, счет сейчас в нашу пользу. Но сейчас он начнет меняться, причем неожиданно. Ну вот. Причем неожиданно, да. Редкие такие бои, когда такие, что... Обычно или слив, обычно или это, ну, но таких бы боев бы, если побольше бы, интерес бы к игре бы был бы гораздо, конечно, ну, гораздо, конечно, он был бы со стороны, ну, со стороны игроков, да, каких-то обычных игроков, он бы гораздо был бы повышенный, ну, не снижался бы, да. То есть такие бои как бы редкие. Ну, не знаю, сейчас вот они, если они... убавили все это, как бы, ну, как бы, вот это угнетение, они станут, может быть, все больше и больше таких боев, может быть, интерес, чтобы повысить внимание, короче, к этой игре. Вот видите, уже 10-10 счет. Опять я вот здесь вот пытаюсь что-то решать. Да, убиваю, по-моему, не я убиваю. Может, я убиваю. Здесь вот эту арту. Сейчас вот опять счет как бы в нашу пользу, но он сейчас должен поменяться. Я так и не понял, как он поменялся, даже не успел заметить. Думал уже все, мы, ну, как бы тут уже выиграли, тут уже осталось раз-два плюнуть, а нет. Вот. Сейчас все поменяется кардинально. Сейчас будем почти проигрывать даже. Вот, то есть как качели. Туда-сюда. Поэтому я говорю, ну, в зависимости от танка, в зависимости от этого, могу где-то там агрессивно сыграть, могу где-то там это самое. Ну, в основном люблю так агрессивно, конечно, сыграть. Особенно на этих ЛТшках. Вот. Ну, во всяком случае, у меня какие-то были там любимые, вот этот порезали, ну, поэтому не так приходится. А там еще тень не выкачены, там 10 уровня, у меня нету ЛТшки. Вот, здесь вот что-то встал, чувачок подвис, но видите, меня уже с другой стороны кто-то начал долбить. Видите, уже равный счет, да, ну вот сейчас у меня просто нереально... срабатывать что-то, я не знаю. Видите, смотрите, как легко я 7 уровень просто уничтожаю. Какой это был уровень у нас? А, да, 7 Т-43, один из моих тоже любимых танков в прошлом, конечно, в прошлом один из моих любимых танков. Стоковая у него там пушка была такая прикольная раньше. Так, ну вот сейчас вот сейчас этот вот подзавис, видите, ну выигрываем, казалось бы, выигрываем, но по захвату там и проигрываем, видите, а у меня двигатель, все, я не могу как бы быстро я не могу, у меня двигатель, все, сбили меня полностью. Вот, поэтому я еле-еле к нему как бы подъезжаю. Вот такие бои, то есть как бы год не играл, сейчас зашел, очень-очень приятно стало, в принципе, не знаю, буду, конечно, поигрывать, если ничего не поменяется, я надеюсь, уже куда меняться, вот, в худшую как бы сторону, думаю, будет все-таки получше, в лучшую сторону они будут что-то предпринимать, потому что надо как-то этот онлайн держать, надо онлайн этот повышать все-таки. Вот.
Поэтому эти все остальные армата там, я считаю, не конкурент, и даже Тундра не конкурент. И даже Кроссаут, который сейчас выбывает из, как бы, из претендентов. Вот, больше, в принципе, некого даже перечислять. Ну, естественно, там, естественно, CSGO, Dota, но это там свои жанры, да, понятно. Ну и PUB, да. Вот. По, в онлайн-секторе, я имею в виду. Вот так вот все убиваю. 7 фрагов, как бы битву зарешал. Так что, если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего доброго, всем пока. С вами был Кобальт. Ставьте лайки, дизлайки. Вот, такой, вот такие вот обычные будни, как бы, мои. Обычные бои. Ничего такого. Год не играл, всего лишь навсего. Зашел сразу 7 фрагов. Все, всем всего доброго, всем пока. С вами был Кобальт.